Это у нас Нептун 100 с микроконтроллерным блоком управления. Стоит на самой максимальной подаче. То есть есть подача минималка 15% подачи и максималка 35% подачи. Теперь давайте смотрим, как у нас происходит замер нашего расхода таким вот образом. И наконец-то мы узнаем, сколько потребляет наш Нептун 100. Многие спрашивают максимальный расход. Сейчас мы его замерим, и данные эти будут озвучены, и наконец-то будет реальная цифра, по которой можно будет ориентироваться. Тот котел, который я испытывал, самая первая сотка, которая была очень давно, которая на видео, ну вот на самом первое, про первую сотку, там расход я намерил 11 литров, но с тех пор много изменилось. Во-первых, оптимизация камеры, оптимизация водяной рубашки, и вообще как бы появился датчик, который меряет точно мощность котла. И вот основываясь на этой мощности, мы сейчас можем посмотреть, какой расход, и уже конкретно сказать по расходу Нептуна 100. Ну давайте подождем. Я засек секундомером. Конечно же, я все это снимать не буду. Давайте пока я видео остановлю, а потом мы покажем, что у нас получилось. Ну что, наш эксперимент с подачей масла подошел к концу. Мы только что остановили нашу подачу масла. Набралось 3 литра отработки. И по секундомеру вышло ровно 24, ну 25 минут пусть будет там с секундами. Мы засекали двумя способами, то есть на смартфоне и то же самое вот на этих данных часах. Я думаю, сзади их видно. Вот. Что я могу сказать? Получается, что за 25 минут 3 литра отработанного масла по банке. Если мы округлим все эти значения, то выходит, что за час где-то 6 литров масла расходует Нептун 100. При этой подаче масла данный котел Нептун 100 показал мощность 117 киловатт. Это вот на подаче, которая стоит у него как максимальная. Если поставить 30% подачи масла, то тогда мощность будет около 100, может 95. И тогда расход будет еще чуть-чуть поменьше. Но теперь мы узнали реальные цифры, и с помощью этих цифр, я думаю, вы уже можете рассчитать ваш суточный расход и уже прикидывать, сколько вам отработки надо для того, чтобы обогревать свое помещение. Еще раз повторяю, 6 литров в час, мощность 117 киловатт. Вот. Вот данный котел и банка с маслом, которая набралась за 24 минуты. Вот. Ну, думаю, теперь вопрос по расходу полностью раскрыт. Я называл обычно что-то в районе 8 литров в час, но оказывается он всего лишь 6 литров. И это очень неплохой показатель, с учетом того, что КПД Нептуна 100 одно из самых лучших в своем классе. Это я говорю без тени сомнения или там не утрируя. За счет своей конструкции оригинальной, вы прекрасно эту конструкцию знаете, если смотрите мои видео, и соответственно это самый лучший выбор для того, чтобы экономить отработку и получить самый качественный, с самым высоким КПД продукт. Вот. Так что Нептун 100 полностью теперь показал и свой расход настоящий. Ну а теперь хотел сказать всем спасибо. Всем до скорых встреч. Пока.